Итак, всем привет, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. В каждом ролике я только рассказываю, где я зарабатываю, никогда ни к чему не призываю. И дальше вы уже сами принимаете решение, куда лично вам инвестировать. Значит, сейчас я нашел проект, я коротко расскажу об этом проекте. Проект нам не предлагает очень огромных процентов, но я думаю, что отработает достаточно стабильно, и здесь можно хорошо заработать. Потому что в предыдущем не получилось заработать, был бедлячок, вот. Как-то непредсказуемо все произошло. Вот, давайте ознакомимся. Проценты небольшие, но доходность все зависит от того, сколько вы будете вкладывать. Значит, он называется LiftUp. Заработок пока что у меня 0 рублей. Значит, работает он всего лишь 3 дня и уже 3000 человек. Развивается достаточно активно. Ну, суммы, как видим, тут закидывают пока что небольшие. Тут как бы резерва даже еще нету 1000 баксов. И это очень-очень хорошо. Потому что на старте не надо как бы такого наплыва. Как бы на старте лучше, чтобы побольше людей, побольше шумели, приглашали. Вот. Это очень, кстати, вот хорошо. Я думаю, что здесь... Ну, через месяц, там, может, через пару месяцев, тут уже будет резерв, там, может, несколько миллионов, если все хорошо пойдет. И давайте мы посмотрим, какие здесь доходности, сколько мы будем зарабатывать. Сам, значит, я сюда проинвестировал 500 рублей, но, опять-таки, это все для начала. Вот, мы будем смотреть, следить за развитием, и дальше будем смотреть, будем усиливаться, пополнять, буду еще делать ролики. В общем, как я смотрю по моим партнерам, всегда люди вот... присматриваются, когда долго платят, уже начинают усиливаться. Ну, это и правильно, потому что делается сейчас, как видите, ситуация непонятная. И давайте мы посмотрим. Купаемость у нас 10 дней, сумма вклада 30 тысяч рублей. Значит, доходность у нас 300% за месяц. Если мы начнем, например, со 100 рублей, то у нас будет доходность, окупаемость 30 дней, ежедневно у нас 3 рубля. Если мы заходим на 1000 рублей, ежедневно 35 рублей. Так, вот, вот здесь есть вот такой вот калькулятор, где вы можете посмотреть. На 5000 у вас здесь уже чуть больше доходность. Вот, если, например, на 10000, то у вас доходность еще выше. К примеру, вот, ну, если вы вложите сюда 100 тысяч, положить, к сожалению, нельзя, вот, 50 тысяч рублей, да, то ежедневно вы получаете по 5000 рублей. Так, что касается этого всего, понятно, есть дружный телеграм-чат, где можете зайти, поспрашивать вопросы. И давайте мы сейчас войдем в кабинет. Вот так выглядит пополнение, нажимаете пополнить, ничего сложного нет. Я думаю, что это вам показать не нужно. Так, ну я зашел на 500 рублей, значит, хочу рассказать, 10 рублей мне дался бонус за регистрацию. То есть мы можем начать без вложений, нам уже капает какая-то копеечка, но эту копеечку не снять, вы тут будете накапливать, ну, просто годами. Поэтому я думаю, что без вложений здесь заработать как бы нереально, но реально только в том случае, если вы приглашаете рефералов. Значит так, я уже немножечко одного реферала даже пригласил, непонятно каким образом, я в чатах пробовал там, различных пиар-чатах писать, приглашать. И буду дальше, конечно же, делать ролики и приглашать. Значит, здесь партнерская программа идет очень интересно. Это 20% от каждой выплаты. То есть, если человек может пополнить на 1000 рублей, к примеру, где-то там забыл, загулял, забыл за проект, то вы ничего не получите. Нужно, чтобы человек был еще активный, еще и выводил. Ну, это очень хорошо, с одной стороны, как бы для кассы и для маркетинга, да и, в принципе, и вам это лучше. То есть, допустим, человек может пополнить всего там на 100 рублей, и выводить там постоянно, там потом еще докинул, и вы постоянно по 20% с каждой выплаты. То есть он даже уже может не пополнять, а вам будет все время капать. Так что я считаю, что партнерка очень хорошая. Итак, настройки здесь, ваши кошелечки, работает с Payeer, и, если я не ошибаюсь, Kiwi, там и Perfect вроде бы, Яндекс, уж не помню точно. Я сделал такой кратенький обзорчик, потому что говорить можно еще очень долго, и все, что интересно, ссылочка под видео, заходите, смотрите. Вот, а участвовать или нет, как бы не забывайте, что есть риски. Желаю удачных заработков, побольше профита и до новых встреч.